Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин, и сегодня наша тема лекции видеоурока следующая. 5 пальцев стопы разгибатели. Вот бывает, приходишь на диагностику, вот представьте себе, это стопа, и все 5 пальцев стопы вот в таком состоянии. Они постоянно напряжены. Человек не может их разогнуть. Иногда даже испытывает боль, но у бывающего, иногда даже происходят, скажем так, очень такие боли непонятные, крутят пальцы, выкручивают до такой степени, что человек пьет обезболивающие или просто начинает их растирать и массажировать. Так вот, если у человека 5 пальцев стопы спазмированы и не могут разогнуться, не может человек их разогнуть, то используйте точку В58 Фэньян. Данную точку нужно тонизировать, и тем самым, что вы благоприятно будете воздействовать на все разгибатели 5 пальцев стопы. Но необходимо не спать, не лениться, а тонизировать данную точку, массажировать ее. И не бояться этого делать. И будете все 5 пальцев стопы свои содержать в норме. Спасибо за внимание.